Мангыстау в экстренном порядке вакцинирует домашнюю птицу. В регионе объявлена вспышка птичьего гриппа. Все началось на прошлой неделе, когда на озере Караколь обнаружили массовую гибель лебедей. Тогда экологи сделали предварительный вывод, что птицы погибли естественной смертью, не выдержав холода и голода. Лабораторные же исследования выявили другую причину. В двух тушках ученые нашли вирус птичьего гриппа. Министерство экологии забили тревогу. Помимо риска массового заражения и гибели самих лебедей, велика вероятность передачи вируса диким и домашним птицам. На том же озере Караколь, например, водятся краснокнижные пернатые. И вот в регионе начали активную вакцинацию домашней птицы. Ветстанции городов и районов работают в усиленном режиме. Из республиканского запаса выделено свыше 18 тысяч доз вакцины. Ранее в регионе подобное заболевание никогда не фиксировалось. В Мунайлинский район приехали врачи, привезли 2600 доз вакцины. Во избежание массового заражения идет оперативная вакцинация поголовья домашней птицы. При соблюдении мер предосторожности опасности заражения птичьим гриппом для человека нет. Проводим разъяснительную работу. Рассказываем, на какие признаки у птиц обращать внимание.